Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stick Battle. А вы в курсе, что вот эту вот рулетку можно крутить бесконечное количество раз? Таким образом, я накопил себе 125 тысяч. Плюс получил несколько персонажей. И ко всему получил заклинание. Так, ну что? Давай-ка мы с тобой будем открывать паки. Окей. Нормуль. Замечательно, и больше мне не хватит, да, к сожалению, пока. Ну, ничего страшного, я думаю, что мы с тобой зато пройдем. Погоди секунду. Так, тут можно поскрещивать. Сюда? Да, допустим, а этого сюда. Так, слушай, кстати, а здесь можно некоторых продать, но я думаю, что этого делать не стоит. Так, ну что, маги. Кстати, а вот этих магов я разве не смогу соединить? Подожди, ты что сделал? Ты что мне сделал? Верни. Верни мне моих магов. Вот этих вот с этими, нет? Нельзя? А почему они же... А, у этих шапки вон покруче будут, чем у тех. Понял. Значит, эти маги будут посильнее. Ну, допустим. Так, ну что, у нас с тобой невозможный 70 уровень, на котором мы тогда с тобой застряли. Но теперь у нас, видишь, смотри, 4 заклинания таких. Плюс есть одно такое, и именно здесь мы с тобой не смогли в тот раз пройти. Поэтому я сделаю вот так вот. Баба! Ты видел, что мы сделали с магами? Мы просто их ушатали с тобой в легкую. Ну, естественно, ребят, пришлось, конечно, потратить последний динамит свой. Но в любом случае я бы по-другому не смог пройти здесь. Просто не смог бы. Так что крутите рулетку. Но единственное, что, конечно, придется смотреть постоянно рекламу. То есть ты смотришь рекламу, крутишь рулетку. Смотришь рекламу, и опять же рулетка. О, ну вот здесь вот надо принимать. Так, денежку мы с тобой заработали. И меня интересует сундук. Открываем. Ох ты, там и гемы, и юнит. Что-то такое, да, получается. Слушай, ну это... А, даже не один юнит. Там еще и деньги. Слушай, ну это шикарно. Кстати, друзья мои, сегодня на втором канале будет у нас прохождение новой игры, которая называется Кена. Если кто не знает, то заходите и смотрите. Также, возможно, если сегодня выйдет игра Shelter, вторая часть, тоже будет прохождение. Ну что, давай-ка посмотрим, что мы тут с тобой можем. Вот этих, в принципе, скрестить можно. Но у меня, как всегда, не хватает. Погоди-ка, хватает у меня все. У меня появились новые ячейки. Так, ну давай тогда улучшать. Отлично. Так, и можно поставить... А, вот у нас, кстати, и копейщики тут. Вот они. Так, погоди-ка, у нас мечники... Тут 4, да? Тут всего лишь 3. Маги. Маги разных... Короче, это самые начальные, эти уже продвинутые. Это самые такие топовые, да? Получается, плюс крутанем рулетку. Опять же, нам достается мечник. Окей. Ну что, погнали, посмотрим, что у нас дальше будет здесь. Нас 32, у них 14 всего лишь. Тьфу. Да мы их сейчас, друзья мои, просто разнесем в пух и прах. Даже несмотря на то, что у них тут копейщики. У нас одних лучников, магов, там целая орда. Так смотри, что мы творим. Просто петрушим их. Плюс у нас еще отхилочки. А это вот эти вот два ангелочка милых. Четенько. Мне нравится, как у нас идет все это дело. Так, ну что, давай так. Оу, сундук нам дали даже. 50 кристаллов. Слушай, кстати, когда мы накопим с собой 450, будем открывать супер-пуперский кристалл. Ой, кристалл, сундук. Конечно же, сундук, ребят. Так, слушай, ну здесь уже... Ох ты. Так, у них ассасины. Я смотрю, тут какие-то маленькие демоны у них появились. Откуда? Откуда маленькие демоны взялись? Ого! Они еще и стреляются. То есть это дальнобойные демоны. Так, ассасинов мы сейчас с тобой... Слушай, они крепкие. Но все равно им с нами не совладать. У нас еще армия, вон, 20 юнитов. Отлично, мы здесь их победили. Ну что, двигаемся с тобой дальше. Да это все потом. Рейтинг поставить просят. 73-я миссия. Сегодня добраться... Ох ты, смотри, ребята. У них типа паладинов каких-то. То есть тут команда чисто мечников, да? Мечники и паладины. Сейчас посмотрим. Так, мои
подрывники. Вау, слушай, вот здесь шикарно произошло все. Это благодаря, опять же, подрывникам. Их уничтожили, и они свои бомбы, как говорится, активировали. Быстро мы здесь разобрались, это мне нравится. Так, давай дальше. Ага, ну, сундучок, коробочку мы эту, конечно же, посмотрим. И достается нам здесь магистр кислых щей, которого мы, кстати, можем с тобой поставить. Ну, допустим, сюда, да? Я их попробую сейчас, ребят, приумножить. И вот этих мы уже с тобой скрестим здесь. А вот этих сюда. А вот этих сюда. Видишь, как круто все получилось. И ячейки освободили, и наши, как говорится, юниты стали крепче. Поэтому давай. Кто у нас там был? По-моему, вот эти ребята. Эти. И, наверное, возьмем подрывников. Вот так. Слушай, шикарно. Ну что, поехали. 74-я миссия у нас. Посмотрим, сколько противников и сколько нас. Нас 32, их 27. Но у них паладин и мечники. Давай вот так вот начнем. Что вот это нам дает? Как-то усиливает мою команду. Судя по всему, да. Потому что мы, смотри, как шустро и быстро их начинаем разносить. Да, это, скорее всего, укрепляет наши войска. Становятся они быстрее, сильнее. Все. Разорвали мы их в пух и прах. Ну и двигаемся с тобой, естественно, дальше. Так, написано, тяжелый уровень будет сейчас. Давай посмотрим, насколько он будет тяжелый. Прям уж невозможно, что ли? Ага, два паладина плюс огр. А если я активирую нашу заклинаху? Так, паладины уже валяются. Нет, один он там еще живой, внизу. Ух ты, ты видел, что он делает? Он применяет на себя какие-то щиты. Видимо, это щит защиты. Определенная как бы неуязвимость дается ему. Но, как ты видишь, мы здесь с тобой прошли. Отлично, с большим, огромным преимуществом. А вот это надо брать. Так, 50 кристаллов плюс 17 тысяч монет. Опачки. Валькирия. Доступна в магазине, я так понимаю, да? Блин, нам бы еще 50, ребята, кристаллов получить, и мы бы с вами могли бы открыть супер сундук. А что вот здесь-то нужно? Я никак не могу понять. Ох, ребята, мы же можем уже с вами вот эти открывать сундуки. Нам нужно накопить 70 тысяч. Все, все, все. Копим, копим, ребята. А пока будем копить, естественно, будем воевать. Так, опять я вижу тут мелкие демоны. Паладины. Мне нравится, что у меня бомбардиры идут вперед. Естественно, они самые ватные, погибают в первую очередь, но они тем самым прихватывают много с собой врагов. На тебе, демон мелкий, несчастный. Да, дайте ему по башке. Вот так вот. Прекрасно. Опять же, ребята, огромное у нас преимущество, как ты видишь. 16 осталось юнитов. Я считаю, что это круто. Это что такое? Ага, это бонус по кристаллам. 179 рублей, спасибо огромное, конечно. Но я воздержусь. Так, опять же у нас тяжелый уровень, 77-й. Кто-то из подписчиков писал: Рэй, на 120-м будет просто жесть. На 120-м. Мне бы хотя бы до 100-го дойти. А там уже посмотрим. Так, я не понял, а что это такое было? Почему-то мой огр против меня же стал. Его кто-то зачаровал, что ли? Непонятно. Так, давай, 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 давай. Маг на попятную пошел, ты видел вот этот вот? Как увидел, что к нему огр подошел сразу. Оп, 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 назад, назад, потихонечку. Слушай, ну здесь преимущество уже, ребята, падает. 9 юнитов оставалось всего лишь в живых. Так, очередная коробочка. И выпадает нам из нее 13,5 тысяч монет. Нужно 70. Так, ну тут видишь обычный уровень, 78-й, без всяких там хардов или невозможностей. Так, здесь ассасины, причем я вижу вот эти вот прокачанные, довольно серьезно. Что они сейчас будут делать? Ну, понятно. Как всегда, из-под тишка сзади атакуют. Так, мой каменный голем переключился все-таки на них. Ух, ё-моё. Давай, родные, смотри, видишь, что он делает?
щиты. А тут сколько их тут? 4 ассасина осталось. Все, короче, 2, 1. Подбили их всех. Да, преимущество потихонечку у нас падает. Ну, я думаю, это никак не скажется на нас. Все, мы можем попробовать. Блин, 73 тысячи нужно голды. А у меня 72, не хватает буквально чуть-чуть. Так, ты посмотри, вот эти вот какие-то варвары уже прокачанные. Раньше они выглядели не так. А тут уже вон, видимо, серьезные какие-то ребята. Ты посмотри. Стоят очень крепко. Молодцы. Так, маги. А маги здесь прокачанные, да? На тебе, правильно ему. Так надо было по башке давать. Так, лучники, по большому счету, должны с магами справляться на изи. По всем канонам жанра, согласись. Последний маг стоит. Что-то там пыхтит. Все, добыхтелся. Победа. Так. Хоть бы мне дали 100 гемов, а? Итак, 50. Друзья мои, ну этого тоже достаточно, чтобы нам приобрести сундук. Вот этот. 25% шанс выпасть легендарки. Поехали. Ай-яй-яй-яй-яй. Гэндальф. Трехзвездочный. Да. Ну, ребята, 25% все-таки не все время срабатывает. Только вот куда мне его теперь присобачить, даже не знаю. Наверное, вот сюда я поставлю. Нет, вот сюда. Да. Ну что, невозможный уровень 80-й. Пишут, кстати, подожди секунду. А тут всего лишь 5% достать эпика. Да. Это там мечники выпали. Ну что, поехали. Будем смотреть. Трындец. Я сейчас хочу попробовать вот это. Что это у нас за заклинание такое, ты помнишь? Заморозка. А вот это топ. Правда, блин, очень быстро она заканчивается. Давай, давай, родные мои, расстреливаем их. Не шанса им на победу. Да, у нас все получается. Бам, с дубинками просто их крошим здесь. Есть контакт. Можно было бы, конечно, наверное, не тратить заморозку, но я не стал рисковать. Так, сейчас посмотрим, что нам выпадет из этого сундука. Ага. Два мечника. То есть каждая звездочка означает сколько мечников. То есть вот здесь два мечника, мы можем их соединить вот с этими. Получается три мечника, да? А их вот в свою очередь вот с этими. А вот этих, скорее всего... Подожди, а почему я не могу вот этих с этими соединить? Интересно. Неужели они разные? Вряд ли. Но я этого сделать не могу. Хорошо. Здесь у нас освободилась ячейка, поэтому я, наверное, вот так вот копейщиков сюда поставлю. Эти копейщики будут попродвинутее, чем вот эти вот дальние, судя по копью. Ну что, мы с тобой продолжаем. 81-я миссия у нас. Так, что здесь? Нас 34, их 28. В принципе, ничего страшного здесь нет. Конечно, очень много лучников. Очень много. Давай, 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 копейщики. Закалывайте этого угра. Есть контакт. Да, по-моему, мы здесь выиграем. Ну да, копейщики очень, ребята, сильные, если сравнить их с мечниками. Они живучие, получается, и они быстрее бегут. Отлично. Ну что, купим с тобой еще 70 тысяч. Так, здесь будет награда, потом сундучок. И у нас 82-я миссия. Что у нас здесь? Ёк-макарёк. Столько ассасинов, нам, наверное, придется с тобой использовать заморозку, скорее всего. Я сейчас попробую это сделать. Да, но как-то она не особо сильно нам помогла. Будем честны. А может быть, даже без нее бы исправился. Но опять же, риски, ребята. Слишком много было этих ассасинов. И мы знаем прекрасно, что они очень сильно бомбят. Погнали дальше. Смотрим. Здесь, опять же, мечники и лучники. Преобладает плюс ассасины, да, по-моему? Да, ассасины тут тоже есть. Блин, маги. Бомбите, бомбите, отлично. Здесь ушатались сзади всех.
Теперь остаются здесь у нас стрелки-лучники. Готовы. И готовы. Нормуль. Очень хорошо продвигаемся. Кстати, ты видел, что денег уже... Блин, ну дайте мне, пожалуйста, вот этого. Ты видел, что деньги уже за прохождение уровня дают 4500 практически. Это круто. И... Нет, выпадают просто деньги. Выпадают просто деньги. Подожди, а почему я никак не могу перейти на третий день? Уже который раз вот это все зависает. Третий день у меня как будто бы все, ребята. День сурка. Повторяется один день за другим, и никакого продвижения нету. Так, смотрим, здесь паладина 2. Ай-яй-яй-яй-яй, лучники. Офигеть, у них лучники, прикинь, моего огра сразу завалили. Так, что-то этот паладин мне не нравится. Он слишком долго отвлекал внимание моих бойцов. Но лучники, сам понимаешь, все-таки расстреляют. Давай-давай, тут еще и ангелочки нам помогают. Да, они не справились. И каменный голем только что упал. Все, неплохо. Огры почему-то тоже нам не выпадают в последнее время. Ты заметил? Так, ну что, за этот уровень мы получим монетки. Так, сложный уровень, 85-й. Так и написали прям. Подрывники. Твою дивизию. Ты посмотри, сколько их здесь. Они друг друга тут убивали. Это моя, кстати, стратегия была. Подрывников выставлять первыми. Что такой огр-то у них сильный? Есть, подбили мы его все-таки. Так, давай-давай-давай, големчик. Големчик, не стой на месте. Что-то он бедный аж был ошарашенный. А камни он не запускает издалека. Камнепад. Он только лишь когда рядышком встает, ребята. Вот в чем проблема. Я думал, что он по земле бьет, и камни летят с любой точки, но нет. Вот, удвоение монет. Давай. Ну, 39,5 тысяч монет мы получили. А это говорит о том, что да, мы можем попробовать. Трехзвездочный копейчик выпал нам. Это вот сюда. Опа! Смотри, какие стали. Смотри, какие стали крутые у нас копейщики, кстати. Замечательно. Ну, а мы гоним дальше. Фига. Смотри, какие подрывники у них прокачанные. Да-да-да, вот самое то, когда они там... Ой, огра сразу наказали моего. Я бы тоже своих подрывников хотел бы прокачать до максимального уровня. Но здесь маги вряд ли справятся. Смотри, копейщики какие живучие. Я вот об этом тебе и говорил, что классные чуваки. Стоит как бы в них вкладываться. Так, ну что же, двигаемся дальше. И опять коробочка. И 20, ну почти 30 тысяч нам выпало. Ох ты. Я вот это не могу понять, где они открываются? Ты можешь открыть викинга, но где? Я могу открыть викинга. То есть они мне теперь доступны, видимо. И теперь дело случая. Если он тебе выпадет из коробки, то считай, что тебе повезло, да? Это то же самое касается и вот копейщиков. Когда они у нас открылись, фиг знает сколько серий еще, ой, не серии, а миссии назад. А получил я их только недавно. Ну что, погнали тогда дальше. Кстати, копейщиков можно было бы перевести, в принципе, на передний план. А то они как-то сзади пока добегут. Хотя, с другой стороны, это даже и хорошо. Потому что спереди у нас тут остается не так уж и много юнитов. Короче, вот эти вот варвары, или викинги, как мы их называем, они впадают в ярость. Вокруг них такая загорается аура желтая. И они начинают буянить. Смотри уже сколько. 5000 монет дают нам. За уровень. Погнали дальше. Интересно, мы сегодня до суточки с тобой сможем добраться или нет? Блин. Ты посмотри, два ряда подрывников. Сейчас огром мой вот этот... Он уже упал. Я даже не успел что-либо сделать, как его уничтожили. Ты глянь, что творят, а? Вот пройдохи, ну лучники. Даже огры ушатали у меня, который практически никогда не падал. Все, красавца, зато голем каменный здесь выжил. Допустим. Но просто 15 тысяч голды. Эть, хватает. Ага, хватает.
Ребята, вопрос, а почему вдруг у нас повысилась ставка по деньгам за открытие? То есть нам нужно 175 юнитов получить, тогда мы получаем одну эпическую карту. 80 тысяч уже нужно, оказывается. Было 70, 73. Так, а у них, кстати, преимущество по юнитам. Куда это мои пошли-то? А, там ассасины. Ладно. Но здесь мы порвем их. Это явно. Давай-давай-давай, копейщики, молодцы, красавчики. Валим. В ближнем бою они просто имба. Этих лучников разрывает на кусочки. Они даже ничего не успевают сделать. И это круто. Так, ну что, теперь-то... Блин, да что ж ты будешь делать-то? Так, невозможный уровень 90, и после него мы получаем с тобой сундук. Так, 29. Ну, здесь паладины. Я могу, конечно, ускорить. Улучшить наш отряд. Давай попробуем. Насколько он сильнее станет. У него два огра. Так, мы одного завалили. Паладина тоже уронили. Ну, да что вы с этим-то тютюкаете тут? Я не понимаю. Мы уже тут всех завалили. Да, этот огр вместе с паладином были серьезными противниками. Но мы выиграли. Ну, смотри, 20 тысяч получаем денег, плюс сундук. В сундуке нам выпадают ассасины. Ну, наконец-то, наконец-то нам выпадают ассасины. Первые, да? Так, вместо кого бы вас взять? Может быть, вместо этих копейщиков? Или давай, наверное, вот так вот сделаем. Так, подожди-ка, и денег у нас хватает. Копейщик, да? Трехзвездочный. Ладно. Его нельзя никуда поставить, ребята, поехали. 25 против 34. Мои ассасины, смотри. Ну их мало, всего две штуки. Ой, быстро их, конечно, запинали. Ты посмотри, у него тут целая армия их. Ай-яй-яй, ангелочка завалили. Давай, родные мои огры, бомбите по ним. Так, минус маг и последний магистр кислых щей. Все, ушатали. Превосходно. 50 кристаллов. Ну что, неплохо. 50 кристаллов тоже, как говорится, лишними не будут. Здесь... Почему у них все время 29 юнитов? Я не понимаю вот этого. Мои ассасины. Ну, 2 это, конечно, мало, ребят. Надо хотя бы целый ряд. Потому что у них, вон там, смотри, они и прокачанные. Но мы их все равно ушатали. Давай, давай, родные мои. Есть. Их даже никто не тронул, прикинь. Они как били сзади, так и добивали их всех. Неплохо. Так, купим с тобой сколько следующий? 84. А, тут получается, ребята, за каждый открытый пак наценка идет. Кстати, здесь будет уже эпический сундук. Поэтому это на каком? На сотом уровне, наверное, да, будет? Ну что ж, попробуем до соточки сегодня с тобой добраться. Каким-то чудом. Я хочу эпический сундук открыть. А вот кто-нибудь крутой выпадет нам. Так, разрывчик не очень большой, я тебе скажу. Так, огра ушатали. Идем теперь сюда, на плюху. Так, ну все. Тут их завалили. Замечательно. И просто деньги. Просто деньги, ребята. А просто деньги меня не устраивают. Мне нужны деньги, гемы и желательно юниты. Ох ты, а тут их 37 уже. То есть здесь их было больше, чем нас. Ассасины. Ассасины, друзья мои. Так. Слушай, мы фейлимся. Пришлось, ребята, использовать заклинашку. Не знаю, поможет ли она мне здесь. Но перелом пошел. Пошел. Причем довольно шустрый. Наверное, мне придется еще смотреть рекламу за рулетку. Что-то как-то напряжно здесь вышло-то. Так, 70.
2000. Так, 95 уровень. Это битва за кристалл у нас получается. Так, тут у них маги, огр, плюс викинги эти. Давай, давай, давай. Очень много магов, ребята. Очень много, блин, магов тут у него стоит. Так, а где мы эти? Я не понял. Оу, щит. Ты глянь, что творят. Ой-ой-ой, ребята, нас тут прижучили. Вот что я тебе могу сказать. А нас тут прижучили. Твою же налево, что будем делать? Крутить рулетку, наверное, да? Скорее всего, да. Так, ну что, друзья мои, выпадает нам... Угу, монетки. Окей, итого 115 тысяч, плюс я выбил одну заклинашку, вроде бы это динамит. Так, ну что, попробуем. Копеечка опять же выпал. Так-с. Куда бы, наверное, сюда вот поставим, да? Теперь этих мы соединяем с этими. Этих соединяем, так. И у нас еще остается в бараке кто? Обычные копеечки. Ну ладно, хорошо, давай их поставим сюда. Ну что, попробуем, рискнем, ребята. Если нам выпадает динамит, естественно, я тогда их тут всех подрываю. Попробуем это сделать. Этот уровень нужно пройти. Изи. Твою налево, еще тут дофигища. Ты посмотри. Да чтоб тебе этот паладин достал уже. Нормуль, пробили. Так, нас 16, их 10. Ой, у нас угр упал. Ну, надеюсь, все-таки мы справимся здесь. Давай, 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 рви, рви их. Голем, что стоит, главное, и смотрит. Любуется просто на них. Красавчики. Выиграли, интересно, следующий это уровень мы сможем пройти? Так, слушай, смотри, 21 тысяча плюс 50 гемов. Я считаю, это неплохо. Раз, два, три, четыре, пять. Еще пять уровней. Или раз, два, а, четыре. И мы с тобой получим сундук. Если получим, конечно же. Если выиграем там. 44 их, ёк-макарёк. А, не слишком это жирно-то будет? Блин, паладины меня вроде достали. Блин, минус огр. По-моему, тут... Куда ты пошел-то? Вот что он делает, ребята? Я не могу понять. Почему он все время разворачивается и уходит куда-то? Огр, давай, давай, будь добр. Ну, ты посмотри, сколько их там. Твою налево. И что, получается? Сможем выиграть или нет? Слушай, по-моему, сможем. У нас один стих, два. Трэш. Ну, выиграли. Напряженно, но выиграли. Что нам здесь выпадет? Так, огр. А я могу... Да, я могу соединить. Кстати, это круто. Так, и теперь он... Ну, чуть-чуть послабее, чем этот. Этот все-таки с повязкой, этот без повязки. Денег маловато. И 97 уровень у нас. Посмотрим, какое количество. Так, нас будет немножечко побольше. Чуть-чуть. Так, опять у него тут очень много магов. Блин, у меня вот с магами проблема. Вот что я заметил. Голем, давай-давай-давай камнями. Да, его быстро тут запинали. Так, слушай, они лидируют. Они лидируют, потому что мы с тобой вот здесь вот пропустили копейщиков. А копейщики в ближнем бою, ты сам видишь, они имбовые. И огр что-то вообще тупит. Че ж ты так медленно-то бомбишь-то, ёк-макарёк. Смотри, смотри, что происходит. Фейл. Я глазам своим не верю. Друзья мои, мы проиграли. Что сделать? Можно поменять. Поменять тактику. Что, если мы сделаем немножечко по-другому? Маги и лучники у нас должны быть в одном ряду. Слушай, может быть, этих ассасинов убрать нам? Если мы уберем ассасинов... Да, я, наверное, вот этих вот поставлю вместо ассасинов. Ну, ну что-то вообще как-то никуда не годится. Так, сюда влепим. Сюда, пускай, как говорится, они идут первыми. А маги и все остальное будут у нас сзади. Сюда же. Так, и... Вот так, только огра мы, наверное, поставим с тобой. Да перед... Ты передвинься ты, господи, вот сюда.
Вот так вот я хочу сделать. Да. Не знаю, правда, как это повлияет на исход этой битвы. Надо смотреть. Как они делают? Они сзади... А, нет. Смотри-ка, у них копейщики были тоже сзади. Так, пока на равных идем. Вообще, тютелька в тютельку. Ну! Блин, мы фейлимся, блин, ребята. Да что же такие мощные-то копейщики-то у него? Ну, посмотри, а. Ага, спокуха, ребята, по-моему. Все под контролем. Мы вытягиваем эту битву. Давай, 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 родные мои, ну. Один маг остался. Есть, выиграли 97 уровень. Остается всего лишь два. Так, денег маловато. 98-й. Кто у них здесь будет сейчас? Огр идет первым. Я, в принципе, знаю, зачем его поставили первым. Чтобы он отвлекал. Чтобы на него отвлекались мои юниты. А в этот момент лучники сзади будут расстреливать. Но огра тогда мы сейчас быстрее запинаем. Благодаря этому, да, по идее? Фиг ты там его быстро... Ага. Я думал, что... Вот. Так, смотрим, что у нас там, ребят, получается. 15-14 против 11. Но мы лидируем. Мы лидируем. Огр у меня молодец, красавчик. Пошел, так. Да, здесь будет победа за нами. Фью, напряженные, конечно, поединки. Ну что у нас там с тобой получается? Еще один уровень, да? Два уровня, сотый тоже считается. 38 против 34. Блин, бесявые ассасины пошли сзади бомбить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Лучше бы у нас стояли бы сзади подрывники. От них было бы там больше толку, на самом деле. Смотри, что делают. Вырезают просто полностью все. Голем, бедолага, стоит. Но он тут... Слушай, он один справляется неплохо. Блин, ушатали они его все-таки. Трындец, ребята. Мы здесь фиаско потерпели. Вот что я тебе хочу сказать. Ну что, может быть, нам еще глянуть с тобой крутую рулеточку. Может быть, нам выпадет какая-нибудь заклинашка. А то как-то уж вообще... жестко. Так, друзья, благодаря рулетке я получил два динамита. Два. И я думаю, что этого будет более чем достаточно, чтобы пройти нам этот уровень. Ну что, поехали. Так, забрасываем. Есть. Отлично. Ну, уже все-таки преимущество берем, потому что их 18, нас 20. Да, скорее всего, здесь мы выиграем. Но, опять же, не без помощи динамита. То есть это круто, что рулетку можно бесконечно крутить. Вообще это топчик на самом деле. Так, ну что, последний ассасин тут остается. Все, мы прошли с тобой этот уровень, но еще один впереди. Так, здесь нам выпадает 17 тысяч монет. Мы можем с тобой... Ага. Понятно. Копейщики. Ну что, соточка, ребята, за эпический сундук. Невозможное написано. Ну мы сейчас, во-первых, глянем, что нам здесь... Так, их преимущественно больше, да? У нас есть динамит, я, наверное, его все-таки использую, ребят. Где он там? Где он упал-то? А где динамит-то сработал? Твою ж налево. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Слушайте, ребята, мы по-моему, сейчас проиграем. Не хочу, конечно, накаркать, но все идет именно к этому. У нас всего 6 осталось. Ну что ты так медленно идешь? Ну, голем, ну ё-моё, ну серьезно, ну это, ну... Все. Все, это фейл, ребят. Нет, его сейчас запинает. Трэш. Блин, даже я не понял, куда динамит, если честно, прилетел. Я его не увидел просто-напросто. Я попробую еще, конечно же, раз. Очень интересно. Так, ничего не поменялось? Нет, по-моему. Блин, у него ассасины еще. Вот в чем проблема. Вот они как раз и вырезают наших юнитов. По большому счету. Да то же самое. Тут даже еще хуже. Смотри. Значит, все-таки динамит где-то сработал. Только я его не увидел. Опять обращаюсь к рулетке со своей, как говорится, милостью, чтобы она дала мне возможность получить хоть какое-нибудь заклинание. Я бы, конечно, хотел бы и динамит, и усиление наших отрядов.
Так, ну что, друзья мои, я получил динамит и заморозку. Я думаю, что этого нам достаточно будет, чтобы пройти. Так, что здесь? Копеечки, да, значит? Давай-ка вот сюда мы их, наверное, попробуем. Так. Все? А, нет, не все. Вот у нас улучшается. Так, погоди-ка. Ведь где-то еще у нас, да? Ага. Вот они какие стали. А почему вот эти вот не могут скреститься с этими? Объясните мне, пожалуйста, а? Они же вроде как одинаковые. Ладно, не имеет значения. В общем, динамит и заморозка. Попробуем сейчас пройти с тобой этот уровень. Вначале, наверное, заморозку я все-таки применю. И динамит. Динамит, конечно, упал, блин, в самом, блин, подходящем месте. Вообще где-то там сзади. Слушай, ну здесь мы выиграем. Да. Должны, я надеюсь на это. Так, минус половину он упал. Так, огра, если мы с тобой этого сейчас запинаем, отличненько. Ну, а с этими мы уже разберемся. Нет, рулетка — это все-таки круто. Без нее я бы не знаю, что мы делали бы просто-напросто. Без заклинания, как говорится, фиг бы мы прошли. Ну что, давай смотреть. 20, ну почти 23 тысячи монет. И плюс трехзвездочный ассасин. Да, но мне его даже некуда поставить. Хм. Так, погоди-ка. Ага, эти все-таки получаются лучше, да? Ладно. Ну что, ребята, как-то так. Давайте, наверное, мы с вами именно на этой ноте остановимся, да? Закончим эту серию. Мы обязательно продолжим уже в следующей. Так, подожди, что-то у нас тут... Ага, может быть, просто их поставить? Ну, допустим, поставим просто. А этих можно заменить вот сюда. Так, подожди-ка, лучники скрещиваются с этими лучниками. Все, я понял, тогда у нас освобождается ячейка, и мы на нее можем поставить ассасинов. Все, вот такой у нас будет отряд для следующей битвы. А на этом все, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.